Всем привет! Мы на канале интернет-магазина grandstart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим один из популярнейших костюмов на сегодняшний день. Герои в масках. Это костюм Кэтбоя. Его знают все и взрослые, и дети. Очень популярный. Вот так выглядит в запакованном виде данный товар. Товар вложен в визитку интернет-магазина. И, конечно же, сам костюм. Давайте посмотрим, из чего состоит костюм Кэтбоя. Комплектация. Кофта. Кофта ярко-синего цвета, темно-синий цвет. Кофта тянется. Здесь идет нашивка. Вот так вот выглядит. Кофта с длинными рукавами. Вот тут светлый цвет, он такой как набивной. То есть он плотный. Здесь все прошито, все ровное, все строчки очень аккуратно пошитые. Нигде ничего не торчит, никаких ниточек, ничего нету. То есть все аккуратно. Кофточка под горлышко сделана. Далее у нас в комплект входит головной убор. Вот такой вот темно-синий яркий головной убор на липучке. Липучка регулируется, и то есть с головы никогда головной убор не спадет. Здесь такие небольшие ушки. Очень приятный материал. Шапочка довольно плотная такая, внутри там подкладочка. Здесь прорези для глаз. Так вот выглядит шапочка. В комплект входит имитация обуви в цвет костюма, темно-синего цвета, очень удобная, она универсальная, размер идет один. В ботиночках можно выступать и на улице, и в помещении, ботинкам ничего не будет, они не одноразовые, так что не переживайте по поводу ботинок. И в комплект входит штаны. Вот такие вот ярко-синего цвета, также в цвет всего костюма. Штаны на резинке тянутся. И здесь такой вот длинный хвост. Темно-синий хвост. Внутри он набит. Вот так вот выглядят штаны спереди. Очень качественный, современный костюм, который вы не пожалеете, если купите. Детишки очень любят, на фотографиях получается просто отлично. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstart.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!